Вот для покраски куркумой мы берем 6 белых яиц и 2 желтых. Протираем яйца 9% раствором уксуса. Стираем надписи и грязь. В кастрюлю ложим 4 ложечки куркумы. Наливаем стакан воды и все перемешиваем. Перемешиваем уже тщательно. Закладываем яйца и доливаем воды настолько, чтобы яйца были закрыты. И ставим на огонь. После закипания варим 10 минут. Вот через 10 минут смотрим, что у нас получилось. Яйца сварились, но не окрасились. Оставляем их остывать до комнатной температуры, а затем отправляем на ночь в холодильник. Для покраски капусты вот берем 800 граммов капусты и режем так, чтобы удобнее было положить в кастрюлю. Ложим все в кастрюлю и заливаем водой. После закипания варим 35 минут. Яйца также протираем раствором уксуса, складываем в кастрюльку, заливаем водой, ложим ложку соли и варим после закипания 10 минут. Вот яйца готовы, мы их остудили до комнатной температуры под проточной водой. Отвар из-под капусты охлаждаем до теплого и заливаем им вареные яйца. Добавляем 3 столовых ложки уксуса. И оставляем краситься. Вот через 3 часа проверяем, что у нас получилось. Вытаскиваем 3 яйца. Откладываем их, остальные ставим охлаждаться в холодильник до утра. Вот утром достаем остальные яйца. Вот так отличается у нас цвет. Достаем из холодильника яйца с куркумой. Внимание, не делайте так. Куркума – мощнейший краситель. Он попал на клеенку, и теперь уже ничем его не отмоешь. Ну, кроме клеенки, я испортил еще свою майку и столешницу. И столешницу я оттер только вот таким средством. Это с абразивом средством.